истории локальных конфликтов последних лет средствам противовоздушной обороны отдаются главные приоритеты. Только мощная и эффективная система противовоздушной обороны способна обеспечить надежную защиту воздушных рубежей страны и стратегических объектов от ударов средств воздушного нападения противника и высокоточного оружия. Сегодня противовоздушная оборона – важнейшее звено системы национальной безопасности страны. Образцы средств ПВО советского производства до сих пор не потеряли своего значения. Они находятся на вооружении многих стран мира. Однако с годами остро встает проблема их обслуживания, ремонта и модернизации. Одним из лидеров данного направления деятельности является открытое акционерное общество 2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения. Уже более 60 лет это один из самых надежных партнеров на постсоветском пространстве. Расположенный в восточной части Европы, в крупном промышленном центре Республики Беларусь в городе Борисове, завод имеет очень выгодное географическое и транспортное расположение. Предприятие обладает развитой современной производственно-технической и испытательной базой, обеспечено необходимыми производственными площадями, суммарно более 12 тысяч квадратных метров. С целью улучшения эффективности работы и координации его действий с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, в 2004 году предприятие передано в подчинение Государственному военно-промышленному комитету Республики Беларусь. Завод предлагает следующие виды услуг по ремонту и модернизации вооружения и военной техники ПВО. Ремонт. Капитальный, средний, текущий с капитальным ремонтом отдельных узлов и агрегатов, регламентированное техническое обслуживание, РТО, модернизация, восстановительный ремонт на месте постоянной дислокации, сервисное обслуживание. На заводе ремонтируется и модернизируется широкий спектр вооружения и военной техники. Зенитно-ракетные комплексы и системы различных типов предназначены для прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения противника от тактического до стратегического уровня. Пункты управления. Подвижные пункты управления предназначены для мобильного и эффективного управления силами и средствами противовоздушной обороны. Радиолокационные станции, предназначенные для контроля воздушного пространства, автоматического обнаружения и определения координат широкого класса воздушных объектов, в том числе выполненных по технологиям стелс в условиях интенсивного противодействия. Радиовысотомеры, предназначенные для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Наземные радиолокационные запросчики, предназначенные для определения государственной принадлежности объектов, обнаруженных РЛС. Контрольно-испытательные станции, предназначенные для работ по техническому освидетельствованию военной техники ПВО, в том числе в местах постоянной дислокации. Дизельные электростанции и распределительные кабины, предназначенные для бесперебойного и надежного снабжения электропитанием военной техники ПВО. При проведении капитального ремонта техника проходит полный технологический цикл, обеспечивающий восстановление ресурса до 80%. На основании разработанной на заводе документации часть элементной базы заменяется на новую, более современную и надежную. Другая часть восстанавливается по разработанным технологиям. Общая технологическая схема ремонта включает определенные этапы. Работа начинается с технического освидетельствования техники на месте постоянной дислокации. Затем имущество принимается у заказчика, переводится в транспортное положение и готовится к отправке на завод. Транспортировка осуществляется воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом. По прибытии на завод техника передается на основное производство. Это три производственных цеха, оснащенные современным стандартным и специальным оборудованием. После полной разборки изделий составные части направляются на специализированные участки, где проходят дефектацию, ремонт, проверку и настройку.
На специализированных участках цехов номер 1, номер 2 и номер 3 проводится полный капитальный ремонт с заменой комплектующих в соответствии с разработанной ремонтной документацией. Участок диагностики и настройки блоков и изделий цифровой вычислительной техники, оснащенный современным оборудованием, определяет объем необходимых ремонтных работ в каждой конкретной ячейке. В процессе подготовки к ремонту разрабатывается специальная программно-аппаратная база. Так, современная контрольно-диагностическая система «Вектор-11» позволяет произвести диагностику в ячейках с точностью до электрорадиоэлемента, а аппаратно-программный автоматизированный комплекс «Скворец» способен оперативно выявить неисправность в электронных узлах. Участок ремонта радиоэлектронных блоков производит капитальный ремонт блоков и ячеек с заменой электронных компонентов в соответствии с перечнями обязательных замен. Перечни обязательных замен разработаны на основании ресурсных данных отдельных комплектующих и статистики отказов в эксплуатации. Отремонтированные блоки проходят испытания и настройку с использованием стендового оборудования. Участок ремонта электромеханических и волноводных блоков осуществляет ремонт, регулировку и проверку электромеханических комплектующих, силовых электромагнитных элементов и волноводных блоков на соответствие требованиям технических условий. Слесарный участок цеха производит полный демонтаж оборудования кабин, слесарный ремонт корпусов шкафов, окрашивание, осуществляет замену или ремонт деталей, а затем сборку изделий. Участок ремонта жгутов и кабелей осуществляет замену отдельных проводов или всего жгута в целом, соединителей, изолирование, защиту жгута специальными материалами, контроль правильности монтажа. В процессе ремонта осуществляется замена внешних межкабинных кабельных сетей, что является важной операцией по повышению надежности всего изделия в целом. Общая производственная площадь цеха номер 2 составляет более 2000 квадратных метров. На участках цеха проводится капитальный ремонт электрических машин, электродвигателей, генераторов, преобразователей, гидравлических устройств, исполнительных цилиндров, гидромоторов, клапанных устройств, трубопроводов, датчиков и других элементов, механических и электромеханических редукторов и компрессоров, систем жидкостного охлаждения, а также систем очистки и кондиционирования воздуха, блоков и шкафов коммутации и управления из состава пусковых установок, дизельных электростанций, трансформаторных подстанций, средств подвижности. На специализированных стендах проводится регулировка системы узлов, проверка их на соответствие требованиям технических условий. По окончании ремонтного цикла средства подвижности проходят ходовые испытания в условиях войскового испытательного полигона. Цех номер 3. На 5 участках ремонтно-механического цеха номер 3 проводятся слесарно-сварочные работы, кузовной ремонт, нанесение гальванических покрытий, окрашивание техники. Цех изготавливает детали сборки, резинотехнические изделия по документации, разработанной в техническом отделе завода. Ремонт кузовов фургонов производится с полной заменой поврежденных или дефектных участков корпуса, пола, перегородок, обслуживанием колесной базы и при необходимости заменой автопокрышек. Из цеха номер 3 отремонтированные изделия поступают в цех номер 1 и номер 2 для производства монтажных и сборочных работ. Сюда же направляются отремонтированные шкафы, блоки, узлы, агрегаты, системы, жгуты. Квалифицированный персонал осуществляет сборочные работы. Далее следует автономная настройка кабины изделий, которая производится по техническим условиям. Проверка качества проведенного ремонта, завершающая настроечные работы, проводится на этапе комплексной настройки техники. Данный вид работ требует высочайшей квалификации персонала. На них задействованы самые опытные инженеры и радиомеханики. На заводе действует многоступенчатая система контроля качества выполненных работ, включающая контроль на стадии ремонта и сборки отдельных узлов, модулей, ячеек, контроль на этапе регулировки и настройки отдельных блоков, систем и агрегатов,
контроль на соответствие техническим условиям изделия в целом. На завершающих этапах работ техника готовится к отгрузке. Затем осуществляется доставка техники заказчику в соответствии с условиями контракта. После развертывания техники на месте постоянной дислокации производится полная комплексная настройка, проверка и сдача изделия заказчику. Это завершающий этап комплексной системы контроля качества выполненных работ. Завод несет все гарантийные обязательства по выполненному ремонту в соответствии со стандартами и условиями контракта. Восстановление ресурса после проведения на заводе капитального ремонта позволяет обеспечить дальнейшую успешную эксплуатацию изделия до очередного капитального ремонта. Предприятие имеет многолетний опыт сотрудничества с ведущими промышленными предприятиями и организациями Республики Беларусь и ближнего зарубежья по модернизации вооружений и военной техники. Результатом работ стало существенное улучшение тактико-технических характеристик боевой машины 9А-33 БМ-3 из состава зенитно-ракетного комплекса ОСА-АКМ, РЛС-19Ж-6, составных частей зенитно-ракетных комплексов, внедрению новейших научных разработок непосредственно в производство способствуют и тесные контакты с такими учреждениями, как Военная академия, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Национальная академия наук, ОАО «Агат системы управления», а также профильные предприятия в Украине и Российской Федерации. Завод принимает участие в наиболее значимых международных специализированных выставках в тех странах, рынок которых в области ремонта вооружений и военной техники имеет высокий потенциал. За активное участие в выставочных мероприятиях предприятие не раз по праву награждалось почетными дипломами и призами. Предприятием наработан успешный опыт реализации совместно со спецэкспортерами Республики Беларусь, Белтехэкспорт, Белспецвнештехника и Белвнешпромсервис масштабных проектов по комплексному решению задач ремонта с вводом в эксплуатацию радиотехнических и зенитно-ракетных систем заказчиков из ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня ОАО 2566 «Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» – это современное, динамично развивающееся предприятие, способное решать задачи по ремонту и модернизации средств ПВО любого уровня сложности. Высокое качество выполняемых работ и профессионализм специалистов – основные составляющие успешной многолетней работы завода. Открытое акционерное общество 2566 «Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» – ваш надежный партнер.